Здравствуйте, уважаемые зрители! Канал «Крымские каникулы» рад нашей встрече с вами. Сегодня мы приглашаем вас на прогулку, которая потребует некоторой физической подготовки и желания долго передвигаться по пересеченной местности. Впрочем, сразу стоит заметить, что невероятная красота, которая открывается перед любым, кто решился на такую прогулку, затмит любые неудобства и трудности. Знакомьтесь, тропа князя Льва Сергеевича Голицына, ее достопримечательности и туристические маршруты. Подписывайтесь на наш Дзен и Телеграм, там актуальная информация и путешествия по всему миру. Ссылки в описании. Начнем нашу прогулку мы с входа на тропу, который расположен в поселке Новый Свет на набережной. В самом деле, попасть на Голицынскую тропу можно с трех входов, не считая захода с моря. Это через Можжевеловую рощу, Веселовскую бухту и тот, который выбрали мы. И нужно сказать, это самый популярный маршрут. Теперь небольшая историческая справка. Лев Сергеевич Голицын подготовил тропу к приезду царя Николая II, который вместе с семьей посетил имение князя в 1912 году. Мы не просто так сказали «подготовил». Тропа существовала и раньше, но благоустроил ее и сделал безопасной для прогулок Голицын. Для этого было задействовано много рабочих, и их усилия не прошли даром. Появились смотровые площадки, ответвления от основной тропы и другие достопримечательности. Николай II был очень впечатлен увиденным. Протяженность тропы Голицына составляет 3 километра. Она проходит вдоль склона горы Коба-Кая, Синей или по-другому Разбойничьей бухты, мыса Капчик, Голубой бухты и заканчивается этот маршрут в Можжевеловой роще. По пути встречаются такие достопримечательности, как грот Голицына, сквозной грот и царский пляж. Впрочем, сам пляж, если идти строго по тропе, можно только увидеть, а подойти к нему получится, передвигаясь другим маршрутом, который так и называется – «Царский пляж», и берет свое начало в Можжевеловой роще, где, собственно, заканчивается тропа Голицына. Также в роще можно начать еще один маршрут, самый продолжительный. Он называется «Караул-Оба», как и гора, у подножия которой проходит эта довольно интересная тропа. Маршрут «Царский пляж» самый короткий, всего 1 километр и почти 300 метров, а вот «Караул-Оба» самый длинный – 7 километров. Следует заметить, что тропа на «Царский пляж» будет проходить вдоль Можжевеловой рощи, которая является крупнейшей на территории Южнобережья, да, собственно, и всего полуострова. Всем, у кого больные легкие, крайне полезно гулять там.
Следуя маршрутам Караулоба, неминуемо попадете в долину Рая и долину Ада. Поднимитесь по лестнице Тавров, увидите ложе Евы и ложе Адама. И сможете даже посидеть в кресле Голицына. Заканчивается этот маршрут в Кутлакской или по-другому Веселовской бухте. Все три маршрута очень увлекательные, с невероятно красивыми панорамными видами и удивительными достопримечательностями. Как любое историческое и просто красивое место на Крымском полуострове, окрестности тропы Голицына имеют свои легенды и мифы. Несколько из них мы вам расскажем. Начнем с того, что тропу Голицына, вернее ее часть, раньше называли тропой неверных. И такому названию есть несколько объяснений. По одному из них, в древние времена здесь жил очень воинственный правитель – который был мусульманином, часто ходил в походы против неверных и имел большой гарем. Жены всякий раз с замиранием сердца ожидали его возвращения, ибо он всегда устраивал им одно и то же испытание, которое, по его убеждению, показывало их верность и его отсутствие. На одном из участков тропы, где имелся крутой спуск, каждая жена должна была пройти с полным кувшином воды на голове. При этом она считалась верной, если ни одна капля не была пролита, а рука женщины не коснулась ни одного камня, которых было немало вдоль спуска. Непрошедших это испытание ждала тут же расправа, а в гарем приводили новых жен. По другому объяснению, в горах некогда находился христианский монастырь, а в окрестностях жили мусульмане. По тропе ходили христианские паломники, которых местные жители называли неверными. Отсюда и сложилось название единственного пути в монастырь – «Тропа неверных». Как бы там ни было, в дальнейшем тропой Голицына ее назвали по вполне обоснованным причинам. Князь Лев Сергеевич много сделал для ее обустройства, да и сам поселок Новый Свет слишком многим ему обязан. По многим воспоминаниям, тропу при Голицыне строили турецкие рабочие. Почему именно они, ведь своих у князя тоже хватало, нам объяснений обнаружить не удалось. Однако известно, что эти работы оказались довольно опасными. Нередко рабочим приходилось вывешивать на канатах специальные люльки, находясь в которых они прорубали отдельные участки тропы, делали каменные парапеты и всячески укрепляли ее.
В один из дней их работы на море разыгрался шторм. Да такой сильный, что выбраться из люли к рабочим просто не оказалось возможности. Два дня они провели в плену стихии, которая ежеминутно грозила им смертью. Кто знает, что такое настоящий шторм, видел его силу, могущество, тот может представить, что довелось пережить тем бедолагам. История умолчала, продолжили они после этих потрясений работать дальше или убежали оттуда, едва удалось спастись. А мы с вами тем временем идем дальше. Коли мы уже заговорили о стихии, то следует вспомнить о двух сильных землетрясениях, которые случились: первое 26 июня 1927 года, а второе буквально через два с небольшим месяца. Максимальная сила толчков у первого была 6 баллов. Это принесло разрушения, но они были незначительны. А вот второе достигло 9 баллов и разрушило примерно 70% зданий на южном берегу Крыма, преимущественно в Ялте. Огромные оползни сошли с горных возвышенностей как раз в районе нахождения тропы Голицына, и она оказалась значительно поврежденной, но ее восстановление или тем более обслуживание не производилось. И здесь нужно сказать, что туристы все равно продолжали совершать походы по ней. Нередко бывали несчастные случаи. В конце 1970-х годов они участились, и 20 февраля 1980 года решением Крымского облсполкома окрестности и сама тропа были взяты под охрану. Проход был закрыт. Мы дошли до знаменитого грота Голицыны. Это по своей сути природное образование. Результат воздействия морских волн на гору Коба-Кая. Высота углубления примерно 25-30 метров, а ширина около 17. И в нем в средние века находился христианский пещерный монастырь. Так что грот был известен задолго до князя, который сумел приспособить его для своих нужд. Вот как его преобразил Голицын. Во-первых, он обустроил в нем винохранилище с 45 нишами в 5 ярусов. С первого по третий ярус одинаковые по размеру, четвертый поменьше, а пятый совсем маленький. Вероятно, такие параметры были выбраны, исходя из размера бутылок, которые в этих нишах хранились.
Посередине грота есть источник воды. Он, вероятно, был еще при монастыре. Рабочие князи его, похоже, только несколько доработали. Справа у стены грота по приказу Льва Сергеевича была построена сцена с нишей. Все эти галицинские постройки более или менее сохранились до наших дней. И мы их можем видеть. А вот что не сохранилось, большей частью из-за землетрясения 1927 года и сильнейшего урагана в 1991 году, так это стена, которая перегораживала вход в грот и имела арочную дверь. Вообще, с этим гротом связано несколько загадочных историй. Например, был ли здесь Федор Иванович Шаляпин? Бытует мнение, что не только был и наслаждался в гроте изумительными марочными видами Голицына, но еще и пел. Да так, что мощный тембр его голоса, отразившись от стен, разбил вдребезги хрустальный бокал шампанским в руке знаменитого певца. При посещении Скельской пещеры мы были свидетелями, как там собирались устроить концерт струнного квартета. Сейчас общепринято устраивать подобные мероприятия в самых неожиданных, казалось бы, местах. Так вот, грот Голицына тоже активно используется для подобных концертов. Правда, нужно сказать, что князь сразу его приспособил для этого, оборудовав сцену. Так вот, никаких документальных подтверждений, касающихся случая с Шаляпиным, в этом месте нет, включая его личные мемуары и воспоминания его друзей и родственников. А достоверно в этой истории лишь то, что в гроте действительно изумительная акустика. Мы продолжаем нашу прогулку, и нужно сказать, всем, кто захочет ее посетить самостоятельно, мы желаем в напутствие не только не забывать про удобную обувь, но и значительно запастись временем. Все эти виды, особенности тропы как-то не подразумевают быстрого передвижения. Постоянно хочется остановиться и в спокойствии наслаждаться этими совершенно потрясающими картинами. Буквально все притягивает взор и приходится на силу отрываться от созерцания. А жаль. Если бы мы жили где-то рядом, непременно посещали эту тропу каждый день. И в непогоду тоже. Сейчас мы проходим Синюю или Разбойничью бухту. Это довольно глубокое место. С востока ее ограничивает гора Коба-Кая, а с запада – мыс Капчик. Свое второе название она получила в очень давние времена, о которых до нас дошло немало легенд. Одна из них сообщает, что пришел со Средиземноморья за добычей к берегам Крыма кровожадный и хитрый пират со своей командой. В Судакской бухте в те далекие времена стояло много иноземных кораблей. Торговля процветала и сулила морским охотникам за легкой добычей немало работы.
Пират решил обосноваться в этих местах и довольно быстро присмотрел для укрытия своего корабля отличную бухту. Она была недалеко от порта, где бросали якоря торговые судна, достаточно глубока для стоянки и хорошо укрывала от любопытных глаз. На берегу они увидели пещеру, что также обрадовало их. Свои черные дела они принялись вершить, не жалея никого. Сначала они нападали на купцов в открытом море, но довольно скоро решили, что гораздо легче и безопасней будет завлекать обманным путем своих жертв к себе в бухту и там чинить расправы. План был достаточно прост – дождаться ночи, когда на море разыграется непогода, затем разжечь на берегу костры. Именно так раньше было принято обозначать безопасные стоянки для кораблей. А потом, когда ничего не подозревающие мореходы решат бросить в их бухте якорь, чтобы укрыться от непогоды, напасть на купцов и завладеть их имуществом. Так они и принялись поступать. И нужно сказать, их коварный расчет оказался верным. В ловушку попадали многие корабли. Пираты складывали награбленное в пещеру. Купеческие корабли топили, а людей безжалостно убивали. Довольно скоро они заполнили богатствами всю пещеру и даже начали складывать добычу на берегу. Тогда и захотели они вернуться на родину. Мол, хватит добра до конца жизни. Все хотели этого. Кроме главаря, который привел их сюда. Ему все казалось, что мало награбили. Тогда пираты решили ослушаться его, что, кстати, было не такой уж большой редкостью в их буйных обществах. Они связали капитана, закинули в трюм вместе с самой ценной добычей, которой набили корабль до самых бортов, и отплыли поскорее из бухты, в которой им удавалось так лихо вершить свои кровавые дела. Казалось, все должно было для них завершиться благополучно. Однако на море поднялся ветер, и глубоко осевший под тяжестью многочисленной добычи корабль быстро пошел ко дну. Легенда гласит, что таким образом их забрали к себе погубленные ими жертвы. Никому не удалось спастись. В пещере и на берегу бухты осталось немало брошенных ими сокровищ, которые не поместились на корабле. Волны довольно скоро смыли их на дно морское в этой бухте, которая называется по сей день, как вы уже поняли, «Разбойничья». На этом наша прогулка сегодня заканчивается. Остается добавить, что в начале 90-х годов тропа Голицына была полностью восстановлена и открыта для посещения туристами. Мы не успели пройти ее целиком. Запланированная встреча не дала такой возможности, но мы сюда еще обязательно вернемся. А вы не забывайте подписываться и ставить палец вверх. Конечно, если вам у нас понравилось. Крымские каникулы желают всем крепкого здоровья и хорошего настроения. До следующих встреч!